Друзья, всем привет! Мы находимся в печном центре Дятлова Гора, группа компании КДМ. И сегодня я вам хочу показать серию уличных печей группы компании КДМ в обновленном формате. Вот они находятся за моей спиной, все выстроены как школьники 1 сентября в ряд, да? Только цветочков не хватает. Наши печи, они имеют модульную конструкцию, сделаны из натурального кирпича, собираются без пыли, без грязи, элементарно, быстро. В принципе, очень часто даже не нужен фундамент, можно положить у вас где-то в беседке на брусчатку. Здесь вот в тамбуре собираем действующую модель. Вот они, детали у нас лежат. Вот так это все собирается. Вот пока это полуфабрикат, но скоро будет действующая модель. Все шпильки, все видите, на шпильках. Все легко, вот уже дымоход. Здесь у нас модуль казан будет. Осталось сюда поставить основание, столешницу, сюда столешницу и вторую часть сделать. И, кстати, дымоход есть. Скоро, сегодня мы это дело запустим, затопим. Каждый модуль примерно по 900 миллиметров. Первый модуль – это у нас стол, мойка из нержавейки. Здесь можно что-то поставить, можно навесить деревянные дверки и так далее. Собирается очень легко, быстро, без пыли, без грязи. Обратите внимание, что столешницы в обновленных версиях стали у нас коричневого цвета и прямоугольные. Зрительно столешница стала казаться больше. Рядом модуль стол, колбасу порезать и так далее. Что интересно, его можно ставить с левой стороны, с правой стороны. Их можно штук 5 поставить. Ну, у кого много колбасы, да, и семья большая. Это самая ходовая модель. По сути, это оккультуренный мангал. Тоже кирпичная модульная конструкция с шикарным местным футированным шамотным кирпичом, с нержавеечкой. А фишка вся этого шамотного кирпича заключается в том, что здесь нагрев от углей, он более равномерный, и шашлык запекается до золотистой корочки, а еще можно регулировать высоту. Обратите внимание, что в обновленных версиях у нас появились лейблы такие симпатичные, печи КДМ. Ну да, чтобы через годик к вам пришли друзья, вы пожарили шашлык и не забыли, чья конструкция стоит. Да, потому что на рынке сейчас стали появляться такие очень похожие полупиратские какие-то версии. Ну ладно, не будем о грустном. Круглый дымоход. Дымоход здесь у нас стоит сэндвич. Каждый модуль у нас поставляется с метровым дымоходом. Ну и такие трубы есть. Они докупаются по надобности и той высоты, которая у вас есть. Можно 2-3 метра поставить и так далее. Ну и круглую трубу гораздо легче заделывать от протекания на вашей кровле. Вот это флагман. Это флагман, это сдвоенный модуль мангал, мы его еще называем Византией, ну, наверное, вот из-за таких плавных форм. Модуль мангал и модуль казан. Для любителей готовить на природе, плов сделать, уху сварить, вот эти все можно убирать, в зависимости от глубины. Даже последний блин убирается. И вот сюда влезает определенный казан. Все футировано шамотом. И вот здесь у нас получается такая мини-мини-мини тоже русская печушка, когда остаются у нас угли. Можно яблоки испечь, оладьи, блины. И еще мы небольшие порции мяса делали на противнях. Готовили сами. Ну, про казан мы говорили. Полочки, дрова. Да, стеклянная печная дверка. Дверка КИЖИ-2, все, подовая конструкция, легко собирается в течение 1-2 дней, можно собрать самому, есть инструкция по сборке, есть все необходимое для того, чтобы собрать эту конструкцию. Очень часто к нам приходили люди, говорили, сделайте что-нибудь под тандыр. Он продается, естественно, без тандыра, потому что тандыр вам друзья дарят или вы сами покупаете, такой большой, неважно какой, но смысл в том, что наш модуль идет с дымоходом. Сюда мы все закладываем, у нас жарится, парится, закрываем. Ну а дым куда? А дым по специальному дымоотводящему такому симпатичному дымоходу, дымосборнику. И также этот модуль у нас на 900. Принцип модульности по 900 каждый мы здесь сохранили. Ну и отдельная конструкция – это модуль казан. Ну, для любителей пожарить плов. И вот здесь у нас как раз казан есть. Вот давайте посмотрим. Это, вот, по-моему, 6-литровый. Мало.
Даже много, значит, 8-литровый сюда можно поставить. Ну, или на предыдущее кольцо. Ну что, друзья, пока мы с вами смотрели недействующие печи, нашу линейку, да, это уже собрали. Вот в 10 утра начали собирать печь, и уже сейчас сколько? Сейчас вот третий час дня. Все, печь стоит, даже не только стоит, уже затопили. Вот так это все выглядит наяву. Такой кирпич интересный новый применили. Давайте посмотрим. Вот на предмет дымления. Знаете, как проверяют камины, дымят они или нет? Вот так. Тушим. Смотрим, куда дым. Видите, он подсасывает туда. Все работает. Здесь у нас 3 метра трубы стоит. Хотя на улице ветерок. Параллельно затопили печушку под казан. Она у нас футирована шамотом. Можно ставить казан. И вперед готовить. Так что, друзья, заказывайте печи, где мы находимся, вы все знаете. Ну, кто не знает, мы в Нижнем Новгороде. Все найдете нашу информацию о нас на нашем канале. Звоните, пишите. Всем пока. Хороших печей.